Ну, то есть я думаю, что мы здесь стоим не просто, то есть пока мы здесь стоим не как демонстрация, то мы для этой технологии задушить, для оппозиции вопрос технологии, технологической развития, может быть, наоборот, в позы. Они причем приближались так постепенно, удалялись, потом один какой-то стоял такой. Интересуются, то есть, да? Да, интересуются, потом автозачик приехал туда на угол стоять. Мы здесь собираемся возле Жукова, поскольку Жуков наш, мы собираемся в поддержку Марка, в поддержку всех наших политзаключенных. Мы собираемся в свободу Савченко и против войны. Да, то есть вы сколько, ну, сколько уже участвуете в этой бессрочной? Я восьмой день. Восьмой день. Ну, какие ощущения вообще? Что-то меняется вот от того, что здесь вы стоите? Ощущения очень положительные. Я очень рад, что я стал здесь принимать участие в этой акции. Но я... Вот одно слово. Она утонула с улыбкой. Да. И, по-моему, это достаточно любому. Майдана в России не будет. Вот, пожалуйста. Уже неделю в Майдане. Что это вообще такое, заявление вот это, вот, стояние на Красной площади? Ну, мы, я и мои друзья, решили наконец-то что-то создавать, потому что мы все время ждем каких-то действий от так называемых лидеров протеста. Да, прошло 4 года. И мы видим, что все меньше и меньше людей, все больше разобщенности, все больше людей сидят в тюрьме. Я пришла сюда поддержать моих друзей, которые сейчас сидят совершенно необоснованным каким-то гигантским сроком. Мы имеем право на какую-то возможность выражения своего протеста. Мы не хотим, чтобы из нас сделали тот самый Донбасс, который хочет быть услышанным. Вот, поскольку, ну, как минимум, это провокация гражданской войны. Если вы не даете высказаться какой-то части населения, то этой части населения, рано или поздно придется, не знаю, милитаризовываться. Мы здесь все мирные люди и просто хотим быть услышанными. Невозможно уже было сюда не прийти. Это как раз тот случай, когда я оказалась практически в вакууме. Вокруг меня не было ни одного человека, не то чтобы разделяющих мои взгляды, а хотя бы просто сомневающихся. Поэтому Савченко немедленно освободить. Вместо этого девочек несчастных, которые, значит, вышли на Лубянскую площадь, по первоходу закрывают на 15 суток. Это что вообще такое? Это что за... Ну, полицейский режим фактически, мы в этом расписываемся, живем в полицейском государстве, беззаконие. Что сделал, мы сюда вышли, во-первых, конечно, чтобы вот показать, что не боимся мы ничего. Вот. И второе, и на самом деле самое главное, мы хотим здесь создать широкое, большое гражданское движение, впервые не в интернете. Это очень... Да, для многих это просто терапевтическая акция. То есть мы здесь собираемся и видим добрые лица своих родных людей. Кто-то сейчас вот сравнивал это с началом такого русского Майдана. Ну, мне сложно сказать. Я, честно говоря, небольшой поклонник Майдана меньшинства. Да? Конечно, мы можем здесь вот 100 человек собраться, да, не знаю, там поставить какую-нибудь палатку и сесть в тюрьму тут же. Первоначальная цель – это все-таки стать большинством. Тогда, наверное, уже можно будет говорить о какой-то тактике, стратегии, да, что если наши требования не будут выполнены, мы там можем там выйти на условный какой-то Майдан. Если общество, если граждане России, вот, да, вот их здесь 27 человек на сегодняшний час. Когда придет туда еще миллион, будет 1 027 000. А когда придет 2 миллиона, сменится власть. Нет, можно, здесь можно, так что... Да, я говорю.